Уже интересно. Всем привет, с вами Таймс ЛВ. Это команда «Время танцевать». И новый обзор на видео. И сразу поначалу видно, то, что она боксерша. Едет в автобус. Ну, видно, что это она девушка сильна духом. И, да. Спортивная очень. Но она работает, она на заводе. Мне кажется, вот она боксом занимается для того, чтобы показать всем силу свою. Мне вот так вот кажется уже. Но она сильно думает. Она просто, она знает. У нее даже нет денег на боксерские перчатки, она так перебивает. Она хочет выиграть. Чемпионат. Да, видно. Чемпионата. Я бы выиграю, идите сюда. Видите вообще, сколько у нее плакатов про бокс? Ну, блин. Фанатка. О, фанатка. А ну, смотря по ее ударам, она не сильно бьет. Почему? Так, чуть-чуть. Смотри как. Попробуй с ней сразиться, в нокаут выйдет. Я ее выбью в нокаут. Нет. Я верю в нее. Что все там трясут так сетки. Ну, потому что они болеют за них. Это ее ударили. Это не ее ударили. Ее. Видишь, как ее бьют? Что? А, нет, ее она не бьет. Она выкрутится. Видишь, она крутится. Ее. Это она бьет. Нет, вот она, темнокожая вот эта. Она более... Очень интересно, хобби-бокс, она еще поет, еще работает. Ну, это же просто клип, где она представляет другую женщину. Она на деньги играла. Она работает. Кошмар. Она занимается. Все в тюрьму попало. Она работает бокс. Она не работает, это ее хобби. Нет, она работает, видишь, она выиграла бой. Мишаня пришел. К нам присоединился Мишаня. Что там? Давай, Мишаня, иди сюда. Да. К нам пришел еще один член команды. Вот она тут боксом занимается. Так она везде это... занимается забава боксом. Она бросила, наверное, завод, видишь? Она теперь заработала денег и с ней занимаются. Нет. А ты думаешь, видишь, что теперь это... с ней занимался Ой, мужчина? Так она просто это... Смотрите, она зарабатывает много. А смотря какая у нее квартира. Она не зарабатывает этим, она немного. Вот если она выиграет бой, она тогда заработает. И зачем мы вообще говорим о деньгах? Совсем другая мысль. Да. Да, уже да, про клипы мы говорили. Я думаю, это мысль о том, что надо идти к своей цели и достигать чего. Она есть... вообще работала на заводе, как показывают? Просто, наверное, чтобы заработать она деньги. Она не сдается. Так она хочет работать. Она не хочет работать, боксом. Это ее хобби. Нет. Это не работа, забава. Она так заработает и заниматься она этим. Так зарабатывает. Она сейчас в каком-то храме говорит, что была. Она так зарабатывает. Она... Басовский ритм. Видишь, она куда она уже вышла в боксе? Басовский ритм. Ну что, она же каждый раз. Куда она вышла? Да это разные есть. Как бы. А, это битва за пояс. Да. Битва за пояс? Это же... Пояс же только в карате, мне кажется. Нет, где-то. И в дзюдо еще. В тхэквондо есть пояс. Да. Ну, а в боксе есть разве пояс? Нет. Нет, ну, что вы говорите? Ну, это ремень там, ну, или что-то показывает. Понимаете, тут главное хотят сказать, что не надо останавливаться. Видишь, на она выиграла, кажись. Вот, видишь? Она выиграла, вот она с пояса вот. Она накалывается. Все? Это награда просто. А с вами была команда «Время танцевать». Подписывайтесь на канал Танец ЛВ и ставьте лайки. Всем пока. Мы закончили. Many lies, pieces of advice that I should give it up, that I am unwise.